Так, ну, смотрите, если бы это был действительно частный клуб, я бы, наверное, не давал вообще никому слова. Сейчас приходится по ранжиру, по власти давать слово. Ну, так или иначе, слово предоставляется Харьковской областной государственной администрации. Здравствуйте, вас зовут? Эдуард Павленко будет поздравлять от имени Харьковской областной государственной... Раньше Аваков приходил, Кушнарев в этот клуб, президент. А теперь присылают вот самых главных спортсменов. Поэтому вы должны поднимать голову. Вот так, молодец, прошу. Леонид Яковлевич, от главы Харьковской областной государственной администрации, от Анны Леонидовны Тимчук, разрешите вас поздравить с этим достижением. Хочется вам пожелать здоровья, хорошего настроения и еще долго-долго играть в теннис и вдохновлять всех остальных заниматься спортом, вести активный образ жизни и активную жизненную позицию. С праздником всех сегодняшних! Хорошо, спасибо. Теперь слово предоставляется Харьковской городской администрации. Чубаров Алексей, директор департамента семьи, молодежи и спорта. Спасибо большое. Уважаемый Леонид Яковлевич, от Игоря Александровича Терехова, исполняющего обязанности городского главы, и от себя лично, человека, который тоже 11 лет отдал жизни своей большому теннису, я понимаю, насколько это непросто в вашем почетном возрасте держать ракетку и действительно прославлять Харьков на международной арене. Благодаря вам Харьков будут знать как теннисную столицу, я надеюсь, нашей Украины. Может быть, кто-то с этим не согласится, но для меня это так. Спасибо вам огромное. Молодец, но много не теннисную столицу Украины, а Харьков будет знать, вообще Харьков будут знать как чемпионов. Чемпионы и Крапка, Харьков, приезжайте, попробуйте кто-нибудь 97 лет по любому виду спорта поиграть не только в теннис. Я даже не знаю, есть ли какой-то вид спорта в мире, в котором человек, которому 97 лет, играет соревнования. А Леонид Яковлевич летает в самолетах, ездит в машинах. Он недавно приехал 10 часов в машине, из-под Херсона он ехал в Харьков. Я 2 часов не могу проехать в машине, я вылажу. Он ездит в поездах в наших, когда у него билет на вторую полку. Ему не уступает место, и только когда он говорит, как кодовое название, мне 90 и с лишним лет, кое-кто слазит. Наше общество, но этим, наверное, мы как-то и воспитываем людей. Итак, следующее слово предоставляется, но это уже все. Анатолий Валерьевич приходил сюда 2 года назад как представитель областной государственной администрации. Это для меня было далеко. А вот сегодня он пришел как самый желанный не гость, а хозяин университетского спорта. Он проректор, который в том числе и отвечает за наши спортивные достижения. Анатолий Валерьевич, вам слово. Нет, это отдельно. Я своему заведующему предоставлю слово отдельно. Он должен пару слов сказать. Анатолий Валерьевич Бабичев. Спасибо большое. Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги, любители спорта, профессионалы и, конечно же, дорогой Леонид Яковлевич. Валерий Львович очень классно сказал, что настоящий европейский университет – это не только образование и наука. Это обязательно спорт,
там все написано. И это обязательно культура. И только потому Харьковский национальный университет имени Каразина є найкращим університетом України, саме через те, що у нас є все. І освіта, і наука, і культура, і мистецтво, і, звичайно, спорт. Тому що тільки ті, які займаються спортом, мають найвищі досягнення в житті і в науці. Тому ми пишаємося, що Харківський національний університет імені Каразіна має найкращий тенісний клуб України, вибачте, і єдиний взагалі державний, наскільки я знаю, клуб «Унікорд». І, звичайно, ми пишаємося в те, що ви є у нас. 97 років – це не фініш, це лише початок, я так вважаю. 216 років стоїть наш університет. Але таких, як ви, у нас не було. 97 років і книга рекордів Гіннеса. Тому я хочу подякувати всім, вам особисто, за те, що ви є, те, що ви працюєте, здобуваєте перемоги. І ще є один привід пишатися університетом не лише Унікордом, а й Леонідом Яковичем. Тому сил, натхнення, перемог, ми завжди з вами. І у нас дуже класна вітальна адреса від університету і дуже класне фото університету. Де б ви не були, щоб ви дивилися і згадували наш Каразінський університет. Дякую, всіх зі святом! Молодець! Здорово! Спасіба! Володя! И вдогонку слово заведующему кафедру физической культуры и спорта, кандидату наук Владимиру Темченко. Уважаемые собравшиеся, сегодня мы чествуем Леонида Яковлевича Станиславского, человека, который скоро внесет еще одну знаменательную дату в жизни университета. Унікорд. Удивительный теннисный клуб, который объединяет теннисистов от самых-самых маленьких, а самым маленьким 3 года, это я знаю точно. Так вот, через 6 лет мы будем праздновать, и я очень на это надеюсь, мы будем праздновать тот момент, когда разница между самым маленьким теннисистом в клубе и самым уважаемым, самым почетным теннисистом не только в нашем клубе, не только на Украине, а во всем мире, станет трехзначной. Здоровья вам, успехов, счастья и играйте в эту игру. Спасибо, спасибо университету. Слово предоставляется Украинской Федерации тенниса. Юрий Сосновский, главный редактор нашего главного популяризирующего теннис и очень здорово это делающего журнала «Теннис Клаб». Так, по-моему, этот называется журнал. Ему слово. Я хочу еще сказать, чтобы Юра передал привет маме, которая написала уже первую часть энциклопедии украинского тенниса. А она писала еще в начале 60-х годов, как я играл в теннис. Большой ей привет. Вітаю з видатним, насправді, досягненням, видатним в межах не тільки України, а й всього світу. До речі, не так багато саме тенісистів, якимось чином потрапляли до книги рекордів Гіннеса. Не скажу, що ви перший, але один з небагатьох. І ваше досягнення, воно насправді буде в новому томі енциклопедії українського тенісу, так само, як поруч з вами будуть імена і Дмитра Полякова, і Андрія Медведєва, і Еліни Світоліної. Ще раз вітаю, грайте краще, грайте довше, і щоб ви завжди відмінно себе почували. Слово предоставляется президенту Харьковского отделения Национального олимпийского комитета Виктору Анатольевичу Христоеву. Давайте ему поаплодируем. Это тот человек, который прошел в спорте долгую и успешную жизнь.
Он был и главой Харьковского областного спорткомитета, и министром спорта Украины, и сейчас, по-моему, достойно возглавляет Национальный олимпийский комитет в Харьковской области. Ему слово. Спасибо, Дякую, Валерий Львович. Шановні колеги, шановні дійсно, сьогодні наш ювілей Леонід Яковлевич, ми всі наклоняємося перед вами і бачимо те, що ви своїми справами показали одне всім нам, що неможливе є можливе. І те, що ви сьогодні робите, повірте мені, ми ще недооцінюємо і не бачимо. А саме головне, що в тій якісті, людські і спортивні, дружбу, повагу і досконалість, ви втілюєте щоденно, повсякденне наше життя. Миру, добра, благополуччя вам. Щирі слова привітання від президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубка. Миру, добра, благополуччя вам і саме головне, многі літа здоров'я. Повірте, нам ще треба багато тренуватися до такого стану здоров'я і фізичного здоров'я, який у вас. Дякуємо вам. Спасибо. Спасибо, Віктор Анатолійович. Внимание! Пожалуйста, всех присутствующих, кроме журналистов, прошу присесть на отведенные вам места.